надо придумать, как попасть на верхнюю палубу, друзьям. Я чувствую дежавю. Скоро ты узнаешь, насколько он лаги. Что за лаги были? Ладно, пойду перекушу. Так, все, я похавал. Так. Пулемет, ну. Открой! Москит! Ух ты, ёптвой. Ну ладно, сейчас он там постреляется. А мне тем временем надо пушечку перезарядить. Да, у меня же их мало совсем. Ну, на этих будем авто. Ой, ручную пушку тут использовать. Блин. Я что-то не понял, мы отсюда пришли, что ли, или ёпарс, это где мы? Открой! Я так понимаю, здесь тоже можно пройти как-то. Мне кажется, здесь даже. О, патрончики. Это ништячок. Ну сколько там? А он ему, по-моему, вообще ничего не нанес. Ладно. Так, с этого нельзя ничего взять. Хорошо. Так. Хорошо, хорошо. Так, у нас здесь какая-то дверка есть. Я тебя блин. Закопаю. Патроны, бункер. Нужно? Вот, спасибо. О. Нормально. Так, это что такое? Блин, ну какой плюс к ловушке? Ну вы что, шутите, что ли? Блин, мне патроны нужны. А не ловушки эти сам. Смотри. Фига он тупой. Его привинтили с той стороны. Должен же быть другой путь наверх. Я был немножечко занят, поэтому не знаю, что он там сказал. Что-то проход, что ли, закрыт там какой-то? Да, про соли тоже не надо забывать. Что это было? Почему у меня, во-первых, снайперская винтовка? Ладно, вот это будем. Так. Здесь. Умри, урод! Почти все снял ему. Я почти в голову попал. Там осталось у него там на выстрел. На ударчик на один. Еще много достаточно. Так, я все здесь обсмотрел, нет? Обсмотрел. За ним, быстрее! Задержка есть небольшая после каждого выстрела. Блин, у них пулемет, что ли, не пойму. Может мне пушечку сменить? Ну не хотелось бы, потому что я свои-то прокачивал, а эти нет. А может нам просто надо уйти отсюда? Мне кажется, они так и будут, наверное, могут респаумиться. Так что надо идти дальше. Ну, это маловероятно, но я говорю, у меня есть такое предположение просто. Так, это опять враги ссаные. Хорошо, тогда нам придется с ними разобраться. Элизабет, как всегда, дает нам патрончиков. Кстати говоря, неплохо она нам так дала. По-моему, там патриот этот. Так, с этим мы не прострелим. Блин, а где турель? Я немного не понял. Там что ли? А, вон она. Красненькая. Поэтому мы же блан пробьем. Эти трассы ведут на верхнюю палубу. Если убрать страх эти капсулы, мы откроем путь к верхним палубам. Чего еще раз? Капсулы какие-то надо убрать, да? Сейчас как-то мне неохота, нет дикого желания. Ангарные гавани надо. Вот, нету желания особого. Значит, что я хотел сказать, значит. Оббирать, обсматривать тут все, но придется. То есть, потому что у нас достаточно. Похоже, добраться до Комстока можно только по трассам. Ага. А вот, поэтому мне показалось, тут механический патриот. Это вряд ли. Также не надо забывать про соли. У нас такая ситуация, что нам нужно все тут осматривать. И, кстати, по-моему, нам, если не ошибаюсь. Нам в ту сторону, да, но по каким-то аэротрассам, видимо. Видимо. Так, ну здесь я много чего пропустил, мне почему-то кажется. Ну ладно. Так, давайте глянем.
Ну да, надо освободить вот эти вот штуковины, вот, собственно, пульт управления или что это? Да. То, что нужно. О, отлично. Только не ожили бы они. Что подготовится дом под нами к пришествию Господа. Но не я водружу знамя над покоренным миром. Это сделаешь ты, Элизабет. Ты сделаешь это. Челябинский метеорит полетел. Так, ну что у нас? Все? А, подожди, стой, нет. Ух ты, сколько там патронов. Здорово. Кстати, тут аптечка есть. Я не пойму, автомат что ли где-то? Откуда? Кто это говорит? Отмычки. Наверное, это тот, к которому вот, уже ходили. Тот автомат. Так, я не был, я аптечку-то взял. Вроде да. Так, здесь самое главное не упасть. Кстати говоря, как-то туда нельзя никак попасть. Тут вообще ничего нет. Я здесь... А, подожди. Ну, я не знаю, стоит ли прыгать. Может, тут реально ничего нет. Ладно, идем отсюда нахрен. Тем более, сколько у нас там денег. Аж 9000, но тратить нам их не нужно. Так, ну все, погнали. Только я надеюсь, мы в ту сторону. Давай за мной. Вроде да. По одну сторону от Агнца стоит ложный пастырь. По другую — недобитки-народники. Кто из вас не отдаст откуда жизнь они тут все за взялись? То, чтобы она исполнила свое предназначение? Одну руку перезаряжает, обалдеть. Возрадуйтесь же! В смерти боли нет! Я хоть правильно еду-то, ёпрасы-то? Надеюсь, да. Давай поускоримся. Отсюда побыстрее. Блин, я круги, походу, наматываю. Стоп. А, вот сюда, наверное, да? Палуба вторая. Доберитесь. Еще раз. Ну, а это вторая ведь палуба, вроде другая, да? Нет? Или я не пойму, где мы? Да нет, вау, ну-ка. Это что было? А где этот? Господин. А, вот он. Да его и так, наверное, можно. Ну, казнить. А что, надо удерживать или что, чтобы казнить? Я забываю все время там. Вот панель запуска. Нет, давай, пишу. Уберем капсулы. Да погоди. Тут надо все осмотреть, собственно говоря. Не знаю, для чего мы это будем тратить отмычек, отмычки. То есть это либо много солей тут достаточно. Ну, это открывай! Это либо большое количество денег там будет. Ну, я имею в виду, просто нам уже не влазить. Куда нам столько денег? Либо могут быть какие-то улучшения. Ну, одна отмычка Сайбер. Всего. Ну, наверное, Элизабет. Ничего ценного там не будет. Но зато надо глянуть. Безголовый патриот. Блин, если тут будет какой-нибудь голософон один, и все. Больше ничего, это капец. Но если тут даже голософона не будет, это вообще задница. Мне, в принципе, без разницы, есть там голос. Интересно. Нет. Посмотри. Чё? О, блин. Голософон этот. Так. А нам ж, блин, ёб, я забыл, нам же бабла должны давать за каждый найденный голософон. Наше изобретение показало, что девочка станет той искрой, которая спалит мир. Брат говорит, нужно обратить все вспять. Но время и океан, а не река. Зачем гнать волну, если она все равно сойдет на нет? Но река идет все-таки в океан, в море. Блин, они солей нам пихают. Они рассчитывают на то, что
Мы будем их часто использовать. Блин, говно реальное. Блин, ребят, ничего нету. Открыть дверь. Вы что, шутите? Да ну! Когда будет одна отмычка, я никогда больше не буду тратить. Это бред. Одна отмычка и реально говно. Ничего толком нету. Ладно, идем к заданию. Я чувствую уже финал, так что, наверное, не будем никакие... Я просто чисто ради патрона, так что не будем ничего смотреть, никакие двери, ничего особого нам не надо больше. Ну, я говорю, единственные патроны, я ради чего и хожу. Зенитка! Да еб... Что-то не так. Просто... Почему же так медленно? Не знаю. Придется нам тут посидеть. Четверть капсул убился, уже готова. И это все? А мне кажется, можно вот тут посидеть, побегать вот так. Потому что... Да вообще вот там можно. Вот тут засесть. Ну, в этом месте. А, они спускаются. Вот какие гады. Ну, ладно. Они на барже. Так, вот этому в голову надо, потому что он достаточно, как видите, крепкий. Берегись, патриот! Половина! Бляха-муха, патриот. Лови патроны! Вот там, что ли, наверху? Патриот нет? Ага. Какой-то новенький патриот. А, моя пушка его тоже мисс. Ну ладно, сносим ему голову. А мы таких видели патриотов. Чтобы он нам не мешал. Три четверти! Да чего же медленно! Блин, надо уйти от пуль, чтобы щит восстановился. А вот, кстати говоря, сюда можно забегать, прятаться. Тут лаги начались какие-то самые. Самые лаги. Тут ты знал. Да. Не ваншот получился. Тут тоже отмычка. Идет бы. А, ну все. Я знаю, ждам. Мне тут GPS-навигатор сообщил. Открывай! Опа. Что тут было? Что-то я уже взял, наверное. О! Аптечка. За Тейзи! За Тейзи! Так, все, куда нам? На аэротрассу, бегом! Так, подождите, а, да, вот в ту сторону. Ладно. Возможно, я успею сразить тебя, вот, собственно говоря, мы и на верхней палубе, да? Или ты сам убьешь. Или нет, подожди. Ты всегда был склонен к саморазрушению. Да, это и есть верхняя палуба. Хорошо, что я назад не... туда не поехал. Но в любом случае мы могли перепрыгнуть на аэротрассу, вернуться назад. Покинуть район, конечно же, и это инженерная палуба у нас, как в Dead Space. Еще палуба. Тут я сам разберусь. Так. Нет, я пойду с тобой. Хорошо. Хорошо. Так, нам сюда. Здесь написано, дверь всегда должна быть закрытой. А это я уже видел на двери на самом начале игры, когда мы Элизабет выручали. Ну, точнее, доставали. Так, а здесь, собственно говоря, наверное, просто другой вход, я так понимаю, то есть... Да, все правильно. Если бы даже мы дальше проехали, мы бы там спрыгнули. Кстати говоря, я когда на вторую палубу начал попадать, я, честно говоря, даже думал, что я все еще на первой. Как-то мы так незаметно переместились. Так, ну здесь у нас, видимо, какие-то новые соли, нет? А, нет, что уже, окей, все, в принципе, все старое, все у нас, все... Все нам знакомо уже. А нам... Какую сторону тут? Наверх, что ли, куда? Да, наверх. А, ну, естественно... Так, надо оценить силы противника. Бляха, ты не промахнулся. Перезаряд, пока есть возможность. Элизабет, как всегда, прячется. Что же еще делать-то ей? Здесь, кстати говоря, можно взять на время РП карабин. Атача дикая. Харе звуки издавать разные. Так. Судя по тому, что музыка еще...
не напряженная такая. Значит, тут кто-то еще есть. Да я его и слышал где-то. Он внизу. Ёп твою дивизию. Обалдеть. Ну, на этом у меня есть вот эта темка. Вот для чего здесь. Это аэротрасса. Он загорелся. Муха, знать бы мне, напряжена ли она. Стоп, 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 стоп. Так, у нас механик стоит. Нет, у нас механика не стоит. Ставим механика. Где у нас тут механик? Вот он. Так, выбрать предмет. Грейтабл. Оу, е. Нет, с аэротрассы. Перезаряжай быстрее. Быстро, быстро перезаряжай. Элизабет? Бляха, ты, муха, прыгай. Мы должны сдохнуть. Самое главное от огня уйти, потому что щит восстановился. О, да, щит восстановился. У нас есть прекрасный шанс. Давай, выходи, трусишка. Где ты? Вот ты где. Взрыв. Мини-взрыв. Что ты там хотел найти? Соль лови и аптечка. Патроны. Ты что, шутишь, Элизабет? Букер, лови! Пойдет. Соли, конечно, может, не помешает. Так, а что у нас там долбит? Я даже не знаю, мне... Когда механик появился, все там же... А, ну это наша пушечка, собственно говоря, которую мы, по-моему, активировали. Ну, естественно, она же... Так, там кто-то был. Медикаменты здесь есть, так что мы по-любому бы выжили. Блин, ну... Вот это что-то новенькое. Нет, это... Видите, они даже рассчитывали. Они поставили вот эти соли. Вот эти, которые мы сейчас используем. Поцелуй какой-то там. Дьявол или просто поцелуй, не помню. Это... Мустанга. Нет, мустанга, по-моему, не ставили. Хотя они все виды солей там поставили. Ну, то есть... Цель рассчитывали на то, что мы нам... Придется попотеть с этим механиком. Здесь какая-то непонятная конструкция. Но, кстати говоря, не так-то с ним оказалось и сложно. Самое главное здесь...